Добрый день, уважаемые подписчики. Вот не угодила мне женщина в золотом. Адель не угодила чем-то мне. И сейчас я просто все переделаю. Не знаю, чего она мне не угодила. Вообще конкретно не угодила никак. Сейчас я просто переделаю это все. Я не смогла срезать ни болгаркой, ничем. Ну вот она мне мешает здесь и все. Как ни крути, а Адель мне мешает. Конкретно причем. Поэтому я ее отсюда уберу, ну по-своему. Хотя она мне очень понравилась. И история Адели, и сама Адель. Все так прекрасно и чудесно. Ну вот не нравится мне место, в котором она висит. Срезать ее не смогла. Ни болгарка, ничем, здесь идет проводка. Сбить тоже. Вот на совесть я прикрепила к стене. Густава Климта. Репродукция. Ну что за портрете этой женщины? Мне не устраивает. Я не знаю, что даже анализировать пока не буду. Поэтому я сделаю проще, намного проще. Я просто оставлю суть, функционал данного. А сделаю оптическую иллюзию. Я просто закрою Адель, ее лицо, ее глаза. Закрою. Опять же таки любимым гипсовым кирпичом. Причем очень люблю портреты, ну просто обожаю смотреть в глаза, думать, представлять. Ну не знаю, не могу. Некомфортно мне от ее портрета. Некомфортно, ничего не могу с этим сделать. Придется дорабатывать все живьем и по-своему. Это известная аристократическая семья, из которой Адель Блохбауэр. Есть два портрета этой женщины.
а семья скрывалась от нацистов. История, я не знаю, но что-то как-то так тяжело от ее портрета. Не знаю чего. Поэтому мы просто его перекроем. Возьмем и перекроем. Так красиво, так завораживающий контраст. Рыжего, черного и такие красивые у нее черты. Не знаю, чем она мне не угодила, эта женщина. Хочется ее отсюда убрать. Я сколько искала места этой репродукции, не нашла. Уже оптимально мозгом приняла решение сюда. Но сюда тоже не подошло. Вообще не подошло ни разу. Тяжело почему-то смотреть на нее, хотя очень красивая. Женщина, красивый портрет, красиво она изображена. Такая себе вечная женственность. Семья немецких аристократов. То ли ее глаза слишком карие, как мои, смотришь и пропасть. Не могу понять. Очень интересно найти ответ на этот вопрос. Я уверена, ответ придет. Но я хочу делать так, как я в данном случае делаю. Закрыть.
нашла еще интересную функцию трансляции в Ютубе. Как интересно. Ознакомлюсь с этой функцией Ютуба, Да, думала, лень на меня напала, думала, апатия, думала, депрессия, оказывается, нет, это злость. Напала на меня злость. Просто злость. Хорошо. Это значит, эмоции живы, они живут, развиваются, трансформируются. А ну-ка я посмотрю, как там смотрится это все. Ну да, пока оно бросается в глаза, но еще чуть-чуть и не будет бросаться. Будет все шикарно. Насколько меняется ощущение мое, когда открывается внутри меня истинное положение вещей о чем-либо. Я, конечно, к этому уже привыкла, к изменениям по жести. Ну, я всегда этого хотела. Реальность, она именно такова. Таковой злости. Есть решимость идти дальше. Проходи. Проходи. Есть решимость идти дальше и осознание.
этой решимости. Сознание, понимание пути. Хотя и YouTube сам по себе обладает какой-то магией. Одно дело, когда ты читаешь свои стихи, читаешь свои воспоминания, пишешь. Проходи спокойно. Вот. Другое дело, когда ты смотришь себя на YouTube. Такое ощущение, ну это же я, ну ого, это я. Среди всех я и не я, это все-таки, это все я. Ну, что-то магическое в этом есть. И иногда, когда у этой меня не особо есть силы, я включаю ту меня с Ютуба, а там море энергии. Думаю, что вы, шаманы. Гугл шаманы. Просто действительно Google шаманы. Вот такой вот YouTube, ой, ютубский YouTube, вот такой он. Астрально-магический. Ну что ж, закрыли мы Адель Блохбауэр. Не хочу я смотреть в глаза Адель Блохбауэр. Чего не хочу, но не знаю. Но не хочу. Неприятно что-то мне в ее глазах, что-то меня настораживает. Я даже перед тем, как включить камеромотор, почитала слегка. И опять не понравилось. Так что извини, Адель. Спокойно.
спокойно покойся с миром.